есть такая же мелодия в стиле Наруто. Может быть, есть, я без понятия. Так, ну что, начинаем креативный час, да? Ice Climber! Вот так неудобно все. Я уже себе сразу детали подготовил отдельно. Чтоб мне не вытаскивать всю коробку. Тебе, по-моему, Кириллиус, пора ограничить доступ к новостям. Тебе не кажется? Потому что вот я этого не знал, и мне нормально спалось. И как бы насрать абсолютно. Скрипящий звук, это значит, я достаю детальки. Ой. Ну чё, по чуть-чуть давай. По две. Давай, да? По две. Начинаем медленно, наверное, прокладывать наш путь. Мне кажется, громко. Музон играет не громко, а не? Или чё? Две. Да ещё по три. Да? Раз, два, три, четыре. Пять. Пять. Два. Три. Четыре. Пять. Это... Кенни похож на персонажа из Ice Climber. Что происходит? Что с этой деталью не так? Почему она... Бракованно, что ли, как-то? Да нет, вроде ок. У нас сегодня вечер DuckTales, что ли? Не пойму. Сильно много... Чё? Морды торчат. Чё? Что-то сложно это написал. Раз, два, три, четыре, пять. Да, все правильно. Трансильвания, да? Музыка из Трансильвании уже. Не похож. Ну, я не знаю, что вообще Grand Mage взял. Что это похоже каким-то боком на Кенни. С учетом того, что практически все время Кенни рисует спереди. Ну. Анфас? И у него тела нету практически. То есть у него голова и ноги. И руки все. Ветал. Привет. Какая графонистая игра, как скачать? Сложный юмор, я не понимаю его. Дому дороги! Дому дороги! The Russian Ruiner has hosted you with 23 viewers. Спасибо, The Russian Ruiner, тебе за хост. Спасибо. Мы занимаемся мозаикой. У нас креативный час. После чего будут реквесты. Мы сделаем персонажа из Ice Climber сегодня. Привет. Руинер. Все заруинил. Все заруинил. Я пытался, я старался, ты все заслал. Ты что мне вчера этот... Уаркаса писал? Что за удивленное лицо было? 2, 3, 4... Раз,
Два. А что вчера было? Я не знаю. Я что-то сидел, разговаривал вчера, и тут ты в чате выявляешься с такой-то. На меня. Че? Че? Че хочу? Я не знаю, что ты хочешь. Так, два. Два. Два, три. Угу. Три. Четыре. Два, четыре, пять. Правильно? Пять. Пять и на пятом. Пять. На пятом сторону. Коробки хер достанешь. Почему цвета разные? Да они не разные. Просто камера говно. Кослу-то прошли, нет, не прошли. Она то висла, то я не понимал, куда идти, то каждые две минуты умирал. Отличная костла. Да не, на самом деле, мне понравилось. Но, блин, что-то временами там сложность какая-то прям завышенная очень сильно. Ну, блин, Survivor сделали. Да нет, она не трэш. В том-то и дело, что мне понравилось. Что это такое... Еще один Resident Evil от Konami. Только в... Только это Castlevania. И поэтому тебя там убивают каждые две минуты. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. А что, уже до низа дошел, что ли? Идрить. Четыре. 5, 6, 7, 8. На всякий случай мы сейчас еще вот тут сделаем. Так, 3. Так. Не так. Пинцет! В студию! А камера с твоим лицом мощнее, чем ты, который ты снимаешь. Это вообще не камера. Это PSI. Резидент, в котором можно делать... Хопа! Примерно так. Так, три. Вот здесь, да, наверное? Мы выходим влево. И надо сделать 8, да? Два. Три. А? Чё там играл-то Руинер, слышь? Мегамена, что ли? Или чё там играл? Я вроде краем глаза видел. Или ты уже ушел? Я не буду это терпеть! Какие-то красные кружочки, я не понимаю этого всего. Привет, мистер Некрайт. У меня такое ощущение, что я тебя вчера пропустил в чате. У меня серьезно, я что-то вот пересматривал. Я тебя вчера пропустил? Ты вчера не заходил? А кто написал мега?
чате. Это же твоя команда. На секунду. Не писал. Что-то паника у меня начинается внезапно. Ну ладно. Привет сегодня. Привет сегодня. Я что-то сегодня... Камера это на редкость как-то себя ярко ведет. Мне это не нравится. Может, делать свет потише? Дому дороги. Каиричка. Здравствуйте. Спасибо за хвост. Осипки. Привет. Дому дороги. Все, понеслось. Дому я подожду. Дороги. Осип Феонор за хвост. Что-то я высоко делаю, не? Так, где я остановился? Нет, давай, лучше здесь я буду делать, а то я не вижу ни хрена. За микрофоном. Так, ну вроде как вот так. Ice Climber, да. Сегодня мы делаем Ice Climber. Ice Climber! Записывай это название игр. Ого, как скрипит. Слышь, давай ты не будешь скрипеть. А что так скрипит у меня сегодня? Дому дороги. Драмошенька. Спасибо за хвост. Привет тебе. Так. Я что-то... Я сплю еще. Отстаньте. Чуть не опоздала. Я за часик до стрима проснулся. Так что ты мне вообще тут не надо. Проспать. Дому дороги. Ром. Босмана чичичичичка. Босмана чичичичка, блять. Спасибо за хвост. У, Джорни Тусилиус, да? Это он? Какой-то сильно скрипящий Джонни Тусилиус. Ты уже мог, наверное, заметить, что в этой картинке есть черная. А у меня черных цветов нету. А что я буду делать? Я без понятия. Нет, на самом деле все уже продумано. Че это за музон? Бионик команды какой-нибудь? Не помню такую музыку. Прикольно. Так. Вот что это? Я не знаю. Но это все одна песня, поэтому... Блин, она там будет написана. Возможно, это Fire Emblem. Скорее всего, потому что следующий Star Tropics. А Star Tropics музыку я знаю. Это один из самых охренительных саундтреков на Денди. Сказала? Я пропустил. Вот он, музон. Папа-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 
Зоугай. Здравствуйте. Так, два. Один пропускаем. Куда ты улетел? Да тоже что-то очень знакомое. Че это? Бабл-бабл, что ли? Бабл-бабл в натуре. Так, два через один и до конца. А, да что у меня сегодня пальцы кривые, ну? Вставляйся. Красота. Это Снейк. Да господи, что так громко-то? Я потише сделаю. Оно очень громко как-то. Так. Здесь явно стоит блок. Следующий. Не стоит. Так, я запутался. Раз, два, три, четыре. Три. Один пропускаем. Два. А теперь ты тихо решил работать. Музыка, ну. Акстись. Тири-рим. Тири-пири-пири-пири-пири-рим. Beat Symphony неплохой ремикс. Не знаю, с каких. 3-3, один пропускаем, один. Тара-тара-тара-тара-па-пам. Тра-ра-ра-ра-пам-пам-парам. Чё я упускаю? Наверное, вот это. Так, если мне сейчас этих четырех деталей не хватит, значит, где-то я что-то неправильно сделал. Так. Так. Здесь 4. Здесь 1. Здесь 1. 2, 1. 3, 3. Где чего мне не хватает? У меня тут-то лишние остались. Ага. Так, все. Ну, один понятно, где вот тут. Где-то вот тут. Пускай визуально тут будет пока. А где еще 2? Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Меня видно, меня не видно. Так. Через один. Четыре, один, один, два. Вниз, три. Хм, странно. Где я упускаю? Это мне непонятно, короче, я где-то упустил что-то. 2, 4, 6. Хм. Подозрительно. Очень подозрительно, но ладно. Я отложу пока их. Сейчас чуть попозже, мне кажется, я догоняю. Я узнаю чуть попозже, где я ошибся. 100 пудов. Это сейчас аукнется. В уголке лица. Стоп, действительно. Это Думхаммер. Один есть. Ну это один. Подожди. А где еще один тогда? Что-то тут не так.
Вот теперь все разбирать. 2, 2. 5 вверх должно быть. 5 вверх должно быть. Окей. 2. 2. Теперь вроде все норм. Да, теперь все норм. Так, раз, два. Раз, два. Я, блядь, что, прям точно туда, куда надо было поставил? Ну ладно. Короче, все, переделал чуть-чуть. Все чуть-чуть переделал. Пойдем по белому цвету. С красным мы разобрались. Хотя вы видите, как будто это не красный. Может, вы это видите, потому что тут фильтр. Кстати, не исключено. Не исключено. Не исключено. Что кто-то фильтр не включил чуть-чуть. Теперь, наверное, да, если света прибавить. Ну, понятно. Все понятно, Чик не проснулся просто еще. Так, сколько? С ног давай начнем. Один пропускаем. Один. Два, три. Два. Три. Три. Раз, два. Тракторист. Мы собираем персонажа Айс Клаймбера. Из термомозаики. Это маленькие резиночки, которые под температурой склеиваются между собой. Данич узнал музыку. Это тебе от 1 до 3 лет дадут, если ты будешь такие вещи рассказывать всем. Сидит ты тут. Так, раз, два, три. Вот это, Данич, узнай. Раз, два, три. Тру-та-та-тум. 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 Все, не узнал. Ну, проигрыш был из Терминатора. Сто пудов. Не будут, Боссман. Мне их некуда ставить. Это раз. На них нужно в два раза больше деталей. Это два. У меня на заднем плане вон стоят товарищи. Допустим, вот. Артур. Из Ghost and Goblins. Лаки Дак из Тени Туна. Фаербомб. Фаербомб из Кастельвании. Опыт есть небольшой. Опыт небольшой, ломание вещей у меня присутствует. Что за песня? Кто знает? Сколько часов на эту игру было, блядь, убито? Спасет,
Спасибо, тракторист, за фоллоу. Добро пожаловать. Ты понимаешь, Боссман, вот Утя, он на эту платформу целиком умещается. Утя больше, как бы, чем Артур. И он еще 8-битный пока что. Но персонажи типа Черный Плащ сюда уже не умещаются. Понимаешь? Не умещаются. Так, что я там делал-то? Три. Тайсон психику сломал, да? Я эту песню никогда не забуду, да? Восьмибитные диорамы, это, конечно, круто. Но я... Я пока не готов. Я думал об этом. Кстати говоря, картинку не показывать. Ну, как ты видишь, я проснулся час назад, как бы. Да, панели соединяются. Только Боссману не рассказывай, короче, у меня 4 таких. Боссману только не рассказывай. А в чем проблема? Почему ты меня не заберешь? Я тебе сказал, места у меня нет. И деталей там в 2 раза больше нужно. Отстань от меня, Боссман. Не смотри, даже не смотри сюда. Вот что ты смотришь? Не смотри сюда. Голову поверни вон туда. Смотри на страуса. Смотри. Он зерно клюет. Идет не мимо. Да... Да я хрен знает. Я бы на стенку повесил сюда. Не, ну пустая. Но если я повешу на стенку, вы не будете видеть. Как обычно, да? Мысли у нас сходятся. Ой-ой. Ой-ой, что-то грядет. При этой Венга. Что-то грядет какой-то музон эпичный. Дуакин! Фу! Сра! Хова! Помнишь Скайрим? Ой, Скайрим был веселый. В небо, фу, сра, хоба. Какао пойдешь сделать, давай. Что-то не то. Что происходит? Что-то не то. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять должно быть. А у меня 4. Я где-то куда-то не туда что-то опять впихнул? Что за магия? То есть вот этот ряд должен сойтись вот с этим, но что-то у меня не получается. Я, конечно, могу сделать вот так. Впихнуть невпихуемое, да. Подвинь голову влево. Бля! Женя! Вообще на твоем месте должен был быть я. Я тоже хочу... Да! Я всю голову, короче.
не за что. Ненавижу тебя. Все пересобирать, ну. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Благо у меня есть пинцет, которым это можно сделать быстро. Ну, более-менее. Потому что в противном случае мне бы сейчас просто перевернуть эту картинку и заново ее собрать. Тры-ды-ды-ды-пум. Как ненавидишь, офигел. Ну ладно, спасибо. Спасибо, а то я сейчас бы сидел долго тупил. Че у меня не так? Спасибо. Спасибо, я тебя ненавижу. Люблю тебя! Блин, так много переделывать. О-о-о. Да ну ладно, быстро это все. Спасибо, Жень. Дорогая, это мозаика сейчас на Озоне скидки. 99 рублей стоит пакет. 1000 деталей. Либо 6 цветов, либо 22 цвета. Но тебе нужно еще вот эту доску. И еще эту доску я покупал вообще аж чуть ли не за 400 рублей. 4 доски. Термобумага нужна. Там у них тоже продается за 150 где-то примерно. Доски кончились. Бывает и такое. На eBay попробуй заказать. Там рублей по 60, наверное, эти доски стоят. Может, по 80. Так, теперь-то все нормально. Да, теперь все нормально. Сейчас бы я голову собрал бы. А потом... Надо было подождать, Жень, надо было подождать по-любому. Фен не подойдет. Я не знаю, что такое термоусадка. Вот эта штука. Скажешь, что в том же хозяйстве, но ты это купишь в 3 раза дороже. И еще не будешь знать, что с этим делать. Так, по-моему, белые все мы поставили, да? Что-то уже начинает вырисовываться, да? Костюмчик-то. Костюмчик. Главное, чтобы... Трубочки на провода? И это хрень. Ну, ясно, понятно. Феном ее нагреваешь, да, она становится меньше. Типа, чтобы изоляцию закрыть. Изолировать, вернее. Все, я понял. Я вспомнил эту хрень, я видел ее. Я просто не особо с проводами любитель возиться. То батя у меня. Так, тут, короче, пришло альтернативное решение, поскольку у меня черных нету так много. Я взял и все испортил, да? Сейчас у кого-то припадок начнется, мне кажется, от этих кручений.
Я взял темно-зеленые. Ну, то есть, я думаю, это будет соцветно весьма. Случаем не гиммик, не знаю. Не уверен. Ну, то есть, они вот так вот будут смотреться, как черные. Там осторожно с куртилками. Да я случайно. Я говорю, я проснулся недавно. Отстаньте от меня. Я не соображаю еще. Так ты и не скажешь, что это зеленый. Потому что я вижу черный. Покрасим гуашкой. Да, это мы можем. Я ухаживаю за этими белыми розами, как вчера это в Кастельвании. Так они же красные, она такая злейки кровью. Якорь? По-моему, это просто карман. Что такое гиммик? Это такой зеленый чувак. Он что, на звездочке может. Звездочку может кидать. Ну, мы проходили эту игру, ты ничего не видел? Он кидает звездочку, на этой звездочке может кататься. Кажись, нет. Бывает-то, да, что? Так, что я упускаю? В общем-то, две детали осталось. Раз, два. Раз, два. Четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Один, два. Раз, два. Ха. А чё, у меня две детали осталось? Я же чётко рассчитывал всё. А, возможно, я вот здесь сделал. Я, возможно, вот тут делал. Не-не-не-не-не-не-не. Я делал вот тут вот, короче. Ещё дополнительно. Ну это не обязательно. Давай я, короче, сейчас это уберу. Последний цвет. Я почему-то решил взять розовый. Не знаю. Он больше всего сюда подходил. Финальные штрихи, по-моему. Раз, два. Уже скачал. Ой, да ничего, хулиган, ничего. Я знаю эту песню. Я знаю ее. Че это за? Это что ли? Вайрвульф? Или как он там? Игра моего детства. По-моему, это она. У нее охуительный саундтрек. Но я в нее так и не играл, короче, с детства. С тюленями. У меня на приставке, конечно, со снежными людьми непонятными, но с тюленями я помню с детства просто. Как-то больше прельщало. Па-дам-пам-пам-пам-пам. Да ну попади! 5 логинов. Так, раз, два. Три. Четыре. И две еще. Раз.
2. Так, смотри. Вот так как бы это выглядит в собранном виде, но... То есть я еще... Вот такая была идея. Изначально. От кого розовые отличаются? Ни от кого они не отличаются. Вот сюда две вставил. То есть без них с ними, без них с ними, как лучше-то? Убери их. Че, так лучше? Что ли хотите сказать? Ну то есть они изначально здесь были, эти две черные. Как это, что ли? Как он? В друзьях момент был такой. Когда Рос пришел такой с беретом на голове. И такой стоит просто. Рэйчел такая на него смотрит. Чуть повыше. Он такой чуть приподнимает. Еще чуть повыше. Еще! Он, короче, снимает ее сверху с головы. Она такая, о, вот так нормально. Сука. Хватит! Хватит цеплять провода, ну. Так, точно все норм? Все норм. Я вижу все норм. Дальше. Первая бумага. Продается отдельно. 150 рублей 4 листа. Я пойду и возьму тюк. И будет, чтобы скрыть эту хероту. Да ну что к тебе? Дому дороги! Дому дороги! Ну чё? Так, сейчас... Кто там захвостил канал? Что происходит? Дому дороги! Red Mask! Спасибо за хост! И Данечу спасибо за хост! Я пропустил это! Я пропустил это, да! Но видно, когда отходил. Ты привел себя в чувство? Бухал вчера, да? Так, теперь это нужно прогладить все. Это все нужно прогладить. Я опять что-то вебку подвинул. Что ты все двигаешь? Вот что ты все двигаешь? Вот что ты двигаешь? Хватит двигать. Извините. Она не может никак усадиться. Да ну, слышь. Да ну, перестань. Короче, хрен с ним, пускай будет так. Будете видеть кусок моего рабочего стола. И монитор. Снизу, да.
Друзья зовут испить кормушек. Ты чё, ты Трофим, что ли, там, слышь? Друзья зовут, давай махнём на шашлыки на дачу. А я не верю, не еду. Мне милей мой сплин, да, Данич? Гладь его нежно. Сейчас такой год врывается, а я сегодня подруг жарил. Вы все неудачники такие. Шашлыки жарят там, что-то с ума сошли, что ли? А я мозаику жарю. Я лучше чем другим занялся. Я подожду чуть побольше. Пускай утюг созреет. Просто дело было в том, что я... А еще ведь как на грех тесто я поставила. Я и с Машкой посижу, и за тестом пригляжу. Отправляйтесь на дежу. Ну тогда я... Что будет, что сверху будет? Сверху тебя будет здоровый мужик, афроамериканец. И ты не будешь этому рад. А кто знает, может, ты рад? Да нет, он же по страусам, ты что? Капа рад. Капа рад. Ну что ты там, утюг? За что ты меня так не любишь? Ань, сука, ты чё там слышал? Поехал, что? Долбанный утюг заставляет камеру ездить. Пожалуйста, не езди камерой. Поехали. Антиреклама. Подождем. Чуть-чуть. Я дисторбит. Че у нас сегодня? Последний кингерой. Поставь. Как ты стояла, слышь? Ты ж как-то стояла. Видимо, как-то не так. Но она как-то стояла. Я приложу сверху книгу, потому что, короче, эти резинки, они деформируются. Ну, то есть. Если я переверну, она начнет
Вот так вот делать. Хз. У нас немножко Пратчета есть. Кто-то желает? Двадцать 5-9. Боссман ждал, короче, да? Готовился и верил. Что за звонят? Опять колокола. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всего-то и надо было изучить вопрос. В этой строчке прям весь Боссман. Всего-то и надо было изучить вопрос. 18-10. Музыку тише сделать. 18-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В большую небесную пустыню. 13-13. Первая страница, 7-я. Сразу предупреждаю. И в ней строк 10. 13-13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А он упорно твердит, мол, такая традиция. Мех. 5-6 я пропускаю, 7-1. Я не знаю, мне норм. Люди говорят, что Лавкрафт сложный для чтения, для меня прям это... Прям улетают страницы. 32-19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Угу. 32-19. Обнаружив, что лежит лицом в половине ужина, отлепив от лица кусок на банане на скумбрии. На бананиная скумбрия. На бананиная скумбрия. Так, все, я последнее читаю. Дальше мне надо переворачивать. 11-5. По-моему, только что кто-то говорил 11, нет? Нет. 2, 3, 4, 5. Страх, о, люд. Отдал честь. Я буду переворачивать. Я буду переворачивать, потому что, ну, мы в первую очередь сначала этим занимаемся, а потом уже всем остальным. Это все Мегамен, наверное. У нас все получилось, кстати говоря. Так, что там?
Еще? Пока оно остывает. 24-7, я вижу, там боссман написал. Никак не уймется. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Так вот, значит, где ты работаешь. Готовлю куражи. Готовь, готовь. Ну, пока еще не куражи. 95-4. Раз, два, три, четыре. Да, арк-канцлер. Все. Тут два слова. Поле. Еще кому-то надо предсказание по книге Терри Пратчетт? Пока мы ждем. У нас пару минут есть. Мегамен 11 видно. Первая страница в этой книге 7, если что. И там строк 10. 17-7. 17-7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хотел измерить библиотекарю температуру, но тот его, кажется, укусил. Мне нравится следующий предлог. Укусил? С градусником во рту? Десять-пять? Раз, два, три, четыре, пять. Бесприютная ночь. Данич, не надо. Не надо бесприютную ночь. 31-6. 31-6. Бесприютная ночь. 31-6. Гадание... Это гадание по последним континентам называется. 31-6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне нравится. Мне нравится, когда боссман загадывает. И ты читаешь, ты вспоминаешь, что он предыдущее загадывал. А теперь следующее, ребят. На практике же это означало, что вероятность обнаружения нужной информации сводилась практически к нулю. Так, все, видимо, никто не хочет больше, да? Даже Ичи не хочет. Что за дела? Ичи, видимо, ушла. Ну чё, откроем? Посмотрим. Чё там? Я только подошёл. Гадание по последнему континенту. Страница, строка. 13-21. Нет, ну всё, мы не открываем, всё. Мне кажется, Женя может просто это, короче, загадывать каждую неделю новую страницу. И я буду, знаешь, ну, не страницу, строчку. И я буду просто читать ей всю книгу. И потом уже ее отдавать, в общем-то, не нужно будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Перед камином с ревущим там пламенем громоздилась куча одеял. Ты явно спать собираешься. 22, 22. Я
здесь не будет 22, я думал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ну и повезло же тебе, не себе фига. Наконец-то прошептал один. Видимо, тебе повезет, Ветер. Не знаю. Айвент говорит 123-4. Кушайте. Кушайте рандомные цифры. 2, 3, 4. Некоторые называют это землетрясением. Понял? 12-8. Если там сейчас опять про информацию, я буду ржать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нашел всех ворон наперекосяк. Вот они. Боссман. Э? На куражах хоба. Шумачи. На куража хлопа. Не хлопа, не, в этот раз прям аккуратно получилось. Я прям оттачиваю скилл, короче, да? С деформацией только я порой, у меня проблемы. То есть они прогибаются, я вроде бы все правильно делаю, но... Выглядит, блин, выглядит прикольно. Не, ну прям Ice Climber, Ice Climber, да? Где ты у нас будешь жить? Давай подыщем тебе дом. Где? Спасибо Штурману, кстати, за 50 битсов. Не, а что-то это... Аркадию, ну, пока загрузил. Молодец какой. Так, ну, вот так вот. Вроде ок. Вроде все хорошо. Так, подожди. А дальше у нас сейчас будут реквесты.